Hey you guys, с вами Шинки, мы продолжаем проходить игру под названием Guacamole Super Turbo Champions Edition. Короче, нас закрыли в баре, а закрыл нас именно этот огненный факел. Так, что это были за провисания? Ужас, ужас! Ладно. А если я сюда спущусь? Вот я хочу понять, как туда попасть. Мне нужна способность, как я понял, скольжения. Золотой макрель факел только что сделал огромную преграду на пути в пустыню. Плакал мой отпуск, но он хотя бы ушел. Похоже, путь через пустыню перекрыт. Я знаю другой путь, через лес. Хоть я надеялась никогда туда не вернуться. Пошли к каналу. Ага. Так, ну мне нужно сейчас сходить на это, тренировочку. Вот что это за фрезы? Давай быстрее. Раз, два, три. Да ёлка, что такое? Это сложно. Ха-ха.
Фу, но за это хотя бы по 500 платят. О, я чувствую это даже отсюда. 750. Хук мюзикл. Ну, е, вот это тоже от Мегамена. Окей, как раз, если что, вернемся в самое начало. Или нет? Чарт? Это я, Уай Чиба. Мою хижину живо. Нас ждет работа. Заходи в мой секретный тринитарий. Его не использовали годами, возможно, придется сразиться с пауками. Серьезно? Ты прошел в чужой дом и сломал самый большой объект в комнате? Знаешь, ты становишься сильнее, Лучард, но я не чувствую интенсии. Сила, полученная из этой статуи, может тебе разгуляться. Позволь представить Эль Интересто. Видишь эту пустую шкалу наверху? Это твоя шкала Интенса. Следи за ней, она подскажет, когда ты готов выпустить свою силу. Зацени это заряженный Интерсо Алуша. Его разрыв от энергии. Неплохо, да? Заряд Алуша перешел к тебе и дал много природной энергии. Теперь позволь показать, как ей управлять. Сначала я заполню твою шкалу. Обычно тебе надо сделать комбо на врагах, чтобы заполнить шкалу. Когда она заполнится, нажму... Это что за кнопка? Что это за кнопка такая? Полегче, приятель, мы просто тренировались. Не забывай, что ты можешь всегда отключить интерес, снова нажми. Так, при каждом включении ты также получаешь бонус здоровья стиля. Ну пока хватит, используй мой тайный выход вон там, чтобы заплатить канавы. И постарайся как-нибудь выпустить весь этот гнев. Да уж. Слушай, в этот раз интенсо, у нас там есть костюм. Благодаря какому? Которому у нас нерасходуемая вещь. То есть она бесконечно будет. Так, дерево туда.
Ага. Где-то там наверху должен быть иначе проход. Сейчас мы найдем проход. Кусок силы. Так, синие способности у нас нету, да? Типа я там просто выйти не смогу, если я по той стороне пойду, там же невидимая стена. Плюс еще хпшку увеличу. Ну, сколько тут всего уровней улучшения этой хпшки? Я понимаю, что я могу использовать способность. О, уже косарь. Неплохо. Неплохо, неплохо. Канал De Las Flores. Крабики, крабики. Come on.
Айсо. Все, все, пиньято. Я там ничего не пропустил. Не знаю, пропустил, не пропустил. Ладно, пока мы куплю. Опа. Блин, надо как-то научиться ломать под собой вот эти. Ой. Эй, приятель, если заскатишь на стену, прижмись к ней, чтобы удержаться. Ну это я знаю. Давайте сначала в эту сторону. Идем в обратную сторону. Плюс одной ячейки еще силы. Ладно, полетели. Thank you.
ничего не понимаю. Скелеты, думаете, что сможете подняться к нам наверх? Не мечтайте. Получайте плоской бомбы. Подожди-ка, ты не похож на этих скелетов. Как ты здесь оказался? Подожди, я помогу, а затем ты все мне расскажешь. Прости за петарды, амиго. Сейчас моя смена, и я немного нервничаю. Мы перекрыли все деревню, и без боя не сдадимся. Раз ты не из этих скелетов, то тебе здесь рады. Что насчет меня? Я останусь на страже всегда начеком. Никогда не моргаю, никогда не сплю. Сон. Тебе типа нравится думать про жизнь? Ну, разное. Я не знаю свою мать, она умерла. Думаю, она бы гордилась мной, где бы она ни была. Может, она играет с моим псом? Фирулайсом. Фирулайс тоже умер. Так, я хочу этот перец, чел. А, кстати. Я сказал отцу, что помог ему по дому, но на посту. Скажи ему, что я буду позже. Что-то их тут очень много. Ой, я совсем забыл, что мой сын на посту. В смысле, ты можешь помочь старику, если хочешь? В моем доме творится чья-то рачья война за владением. Пока все не вышло из-под контроля, раздели их, чтобы вернуть мир в Майкас. Давай, я открою тебе дверь. Не туда, не туда. Давай, 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 давай. Нет. О, отлично. Так, готово. Давай вниз спрячем. Не туда, но снова. Ну куда ты побежал?
Ты закончил их с... их сортировку? Марабилосо, спасибо огромное. Теперь я снова смог уходить. Босиком по дому. Настали тяжелые времена, но мы перепрыгнем обратно. Мои родители сбежали от изгорающего вулкана. Вот это было тяжело. К счастью, храбрая Джессефира спасла всех. Здесь чудесно, пахнет, правда? Ну так не поглубже, здоровяк. Это запах оптимизма. Подожди. Это вчерашняя тилапия, забудь. Ау-ау-ау. Канта уно ларес. Позволю рассказать легенду про трио Дала Муэрте. Легенда гласит, что они обречены вечно собирать кости, чтобы оживить мертвого кузена. Иногда ночью можно услышать их на ветру. Педро, Педро! Мне мурашки от этой истории. О, телепорт. Эта баррикада должна сработать, ни один скелет не посмеет подойти близко, а если посмеет, то получит салат из тумаков команды. Ну, типа, возникают проблемы с перемещением? Когда нежить захватила другую часть города, нам пришлось уничтожить все старые мосты, скелеты не умеют прыгать. О, это типа битва ее. Я был тогда еще ребенком, но я помню день вулкана. Я смотрел, как мой дом смыла река огня, затем вжих. Появилась она и вытащила меня. Все старики постоянно говорят о ней. Она подняла тревогу, раздавала приказы, толкая наши лодки от берега, даже когда ее поглотила лава. И мы уже позаботились, чтобы молодежь знала, как мы ведем дела. Вот почему скелетов нет и шанса в нашей канале. Уверен, она бы гордилась нами, если бы я мог снова взглянуть ей в глаза, я бы сказал спасибо. Я никогда не думал, что вернусь сюда, однако я рад этому. Ладно, ладно, нам пора идти. То есть она и есть... Что? Блин, подожди, мне надо... Как вообще сюда вниз попасть, во-первых? Блин, видите, тут камешек, как-то его сломать можно, я не мог сломать. Арена. Так,
новые враги или дальше. Это, я же отсюда просто не доходил. Блин, не знаю. Мне кажется, лучше здесь уже и закончить, хотя ладно, полетели. Но снова вниз можно попасть. Больше нету. Так, сохранился. Да уж, тут слово свалка была. Ого, теперь это точно свалка. У тебя есть, типа, полотенце или типа того? Нет, нету? Но это движение вполне подойдет. Мой личный бросок лягушка сокрушит все, что под тобой. К примеру, скелетов по всему бедному городу. Или еще куча всего другого, что не относится к моему статы. Теперь я могу ломать вещи снизу, которые... С хпшком. Да ладно, оно ваншотнуло. Я не думал, что он меня ваншотнет. И просто сами умирают. Ага. Не пока что пройдем мимо. Ага, там стена, которую я не могу сломать. Thank you.
Так, пока что сохраняемся. О, какой классный улов. Уверен, это ключица идеально мне подойдет. Идиот. Что нужно искать, это новый череп. У нас тут работа. Нет, нет, это наша куча костей. Жди, пока мы с ней не закончим. Что, это человек из плоти явно не интересует эта куча костей. Наверное, это тот паршивец, что разрушил наши прекрасные творения. Ха, именно с разницей со скелетами и мутантами, под которыми мы работаем в нашем суперсекретной лаборатории в вулкане, в которую можно попасть только из сырьем. Заткнись, дурак! Слушай, человек из мяса, мы ничего не имеем против дышащих воздухом. Ну, за доставку 10 тысяч скелетов Калак обещал воскресить павшего человека нашей группы, Педро. Ах, Педро! Такой красивый, нежный голос, волшебные пальцы. Жестокая судьба, почему ты украл его у нас? Кто же у нас не было запевал и лучше? После его смерти мы стали ужасным трио. Мы были Кампо Санто Куатро, известные повсюду. Когда я закрываю глаза, я все еще чувствую энергию толпы, слышим бой барабанов. Да! Я тоже слышу барабаны. Дурак! Я сказал отправить биткастеров в рыбацкую деревню. Я пытался, но они постоянно разворачиваются обратно. Это безопасное место, полная катастрофа. А спасательно. Прощай, парень из кожи. Я оставляю тебе в хороших руках. Ну это, как я понимаю, не босс, да, был? Походу, да. Походу, да, это был не босс. О! Я на максимум прокачал хпшку. Хорошо, мы куда-то дошли. Ну ладно, в принципе, я думаю, здесь мы с вами закончим, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем... Тебе тебе нравится? Да, это был... Блин, я вот вижу перец. Почему я не могу взять перец? Поэтому всем... Пока.